Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли приехал в Италию, цитата, «обсудить креативные способы пресечения нелегальной миграции из Северной Африки». Обе страны признают масштабы этого явления, и нам необходимо придумать новые способы разрушить бизнес-модель торговцев людьми, заявил министр. Его визит состоялся на следующий день после того, как британский парламент одобрил противоречивый план по выдворению беженцев в Руанду. По словам премьера Риши Сунака, первый рейс в центральноафриканскую страну может состояться через 10 недель. Принятый текст осудили в ООН. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK, and it sets a perilous precedent globally. It is critical to the protection of the human rights and dignity of refugees and migrants seeking protection that all removals from the UK are carried out after assessing their specific individual circumstances in strict compliance with international human rights and refugee law. Многие руандийцы, пережившие геноцид, сами в прошлом были беженцами. Соглашение с Британией вызывает у некоторых недоумение. Of course, it is also strange because somebody who is in the UK should not be coming to a country like Rwanda, which is poorer. So we would expect that the UK would have more resources to accommodate more refugees. В среду Джеймс Клеверли встречается со своим итальянским коллегой Матео Пьянтадози на Лампедузе. Как сообщили в британском посольстве, приезд на остров позволит министру воочию увидеть, как итальянские власти работают с такими агентствами, как Frontex и международными НКО, чтобы отслеживать лодки с мигрантами и спасать жизни в море.